Біз кеше қалтырған бейбіт шеруге қалтырған хабарламаға міне хакиматтан алдында келіп тұр. Бірақ түсініктеме бере алмай тұр. Бірақ бейбіт шеруге рұқсат бермейміз дейді. В городах Казахстана акиматы отказывают активистам согласования мирного митинга в субботу 24 апреля. Жительнице Зайсана Зульфии Садуакас пришел ответ с отказом, где говорится, что уведомление было подано поздно и не было предоставлено подробной информации. Отказали в проведении митинга и жителям Уральска и Степногорска. Здесь причиной отказа указали карантинные ограничения. Уральские активисты вновь подали уведомление в акимат и заявили, что проведут мирный митинг 1 мая. Все равно планируем провести, потому что земля нам очень дорога, и мы не хотим терять ни время, ни землю, ни родину. Жителя Атырауской области Бекболата Муханалиева подвергли административному аресту и посадили 22 апреля на 15 суток. Он поднимал земельный вопрос и призывал выйти на мирный митинг. Парламент Казахстана рассматривает законопроект, позволяющий гражданам иностранных государств арендовать землю под так называемое лесоразведение. Формулировка вызвала споры в обществе. Активисты сочли, что это попытка обойти требуемый обществом запрет на продажу и аренду земель. Оппозиционный политик Жанболат Мамай одним из первых призвал людей выйти на мирный митинг. Однако акимат не дал добро на его проведение. Өйткені Тоқаевтың өзі айтты, Қазақстанда митинг өткізуге арнай жерлер белгіленген деді. Оған 5 күннің ішінде, 5 күн бұрын арнайы әкімдікке ескерту хатты тапсырса жеткілікті деді. Біз 19 сәуір күні Алматы қалалық әкімшілігіне осы ескертуімізді тапсырдық. Алматы қалалық әкімдіктің өзі белгілеген алаңға Шоқан Уәлиханов алаңына митингті жарияладық. Сондықтан біздің митингіні тоқтатуға ешқандай қақысы жоқ, құқығы жоқ. По данным группы «Активисты не экстремисты», уведомление о проведении митинга в акимат подали также активисты из Актау, Шымкента, Петропавловска и Степногорска. Однако и там власти по разным причинам не санкционировали акции. Қазақстан Республикасының әр азаматы конституция бойынша бейбіт шерулер, митингілер, наразылықтар ұйымдастыруға, немесе қатысуға толық құқы бар. Сондықтан да билік тарапынан бұлай істеп жатқан әрекеттері әрине өте. Сотрудники полиции. Здравствуйте. Преддверии предполагаемых митингов активистов часто вызывают в полицию, либо подвергают их административному аресту. Силовики не называют это превентивными мерами. Мало того, они сообщают, что задержание не имеет отношения к планируемым акциям протеста.